Всем привет, дорогие друзья! Пришла наконец-таки долгожданная посылочка из Китая с сайта AliExpress. Заказывал я ее в октябре месяце, но дошла она вот буквально на днях. Продавец всячески отмазывался, просил продлить срок доставки, умолял, чтобы я не открывал спор. В итоге, как всегда, в последний день перед закрытием спора посылочка пришла. Пришло уведомление домой по почте. Он говорит, пришла ваша посылка. Вашему вниманию представляю iJust S. Вот такая вот электроночка. Вот. Что у нас здесь по комплектации? Давайте пробежим. Батарея iJust S. Так, сейчас фокусируемся. Вот. Так, атомайзер на 0,3 Ома, на 0,5 и на 0,18 Ом. Контрольный ринг, USB кабель и мануал. Проверочку на подлинность на сайте, как бы данный девайс прошел, вроде как оригинал. Так, теперь давайте откроем. Да, открыл я ее, к сожалению. Это, наверное, первая такая посылка, которую открываю не на камеру. Открыл я ее на почте, потому что, ну, очень долго шла. Я уже начал сомневаться, внутри ли там электронка или кирпич какой-нибудь. Целое, не целое, все сразу на почте проверил. Вроде как бы визуально все целенько. И вот она, наша электроночка. Так, вот он, батарейный мод на 3000 мАч, увеличенный по сравнению с iJust старым. И бак. Вот такой вот. Вот такая вот штучка. Так, включается он пятикратным нажатием. Вы уже, наверное, в курсе все. Вот лампочка заморгала, значит, все работает. Так, что еще у нас тут внутри получается? Оп. Аккуратненько. Так, внутренности. Мануальчик. Мануальчик на русском языке. Должен быть, да, вот видите, и присутствует русский язык, в принципе, все описано. USB кабель. Так. Две запасные головы на 0,5 и на 0,18. И ринг. Это контроль обдува нижнего. Сюда он так одевается. Но многие им зачастую не пользуются, потому что не нужна эта штука. Вот так вот регулируете обдув. Кому как бы надо, тот регулирует. Так. Что у нас внутри? Так, третья голова должна быть запасная. Уже установлена у нас на 0,3 Ома. Да, вот она, как видим, на 0,3 Ома. Что с фокусировкой вообще? Какая-то беда. Вот он, на 0,3 Ома. Так. Дальше поехали. Ну, в принципе, обзоров очень-очень много на Ютубе по данному девайсу. Заказывал я его перед iStick Pico. Если вы смотрели предыдущее видео, если я заказал iStick Pico, уже пользуюсь месяц. В принципе, все шикарно, доволен. Верхняя заправочка, как мы видим, в принципе, окна для заправки широкие. Даже я бы сказал, пошире, чем на Mela 3. Потому что на Mela 3 возникает у нас проблема заправки. Не все бутыльки подходят. Так, обдувчик, все дела. Цена вопроса составила 1700 рублей на тот момент. Ну, сейчас где-то там плюс-минус, в принципе, цены одинаковые, такие же. Так. Тип дрип съемный. 510. Так, все шикарно. Так, ну давайте проверим батарейный мод. В принципе, можно вот от iStick Pico взять. Единственное, что вот проблема с iStick Pico, это откручивание атомайзера. В принципе, вот за месяц
использования, никаких таких критичных проблем я не наблюдал. Но иногда, да, подтекает он тут. Это, в принципе, сделаю, наверное, обзорчик. Назову его, как бы, впечатление после использования, месяца использования iStick Pick. Ну ладно, это видео сейчас не про iStick Pick, а про iJust S. Так, вот, подошел. В принципе, я думаю, как бы, слышите, работает все. Давайте попробуем напаснуть хорошенько. Так. Дымит хорошо, пару много выдает. Даже, я думаю, помощнее будет, чем iStick Pick. Он заряжен, у меня полностью подзарядил, конечно, перед видеосъемкой. В принципе, девайс такой удобненький, я бы сказал, поудобней, чем iStick. Потому что, не знаю, по мне так он в руке получше лежит, нежели iStick. Еще, как бы, знаете, проблема iStick — сюда не накрутить атомайзеры свыше диаметром 22 мм. А сюда на adjust-ку можно и Гриффина попробовать мотнуть, и все такое. То есть, кстати, закажу я себе Гриффин 25-миллиметровый. Покажу вам потом обзорчик. Буду его накручивать на iStick Pick. Для этого еще переходничок. Но там все будет поподробней. Так называемый лайфхак для пользователей iStick Pick. Вот. Ну, что хочу сказать. В принципе, в целом, девайс хороший. Советую. Для покупки, для начинающих парильщиков, как бы, чтобы не заморачиваться, залили, как говорится, зарядили, покурили. Все замечательно, все здорово, все удобно сделано, материалы, то есть, ну, на уровне. В принципе, я не скажу, что, как говорится, говнецо, но материалы хорошие. Так что советую для покупочки. Единственное, что это ваше решение. Я, как бы, ссылочку оставлю на продавца. Ваше решение, пользуются ли услугами данного продавца или нет, это, конечно, решайте сами, господа. Потому что, ну, долго у него доставка. Он почтой Нидерландов переправляет. В принципе, как бы, до России-то долетело быстро. А вот наша таможня, именно Внуковская таможня, сейчас вам скажу, месяца, наверное, полтора динамили они меня, то есть не могли никак растаможить данный девайс. Я уж переживать начал, пройдет ли таможня, не пройдет. Потому что, сами знаете, из аккумуляторов иногда возникают проблемки. А так, в принципе, вот. Думаю, в принципе, все хорошо. Вот так вот. Также я сам, в принципе, начинающий парильщик. Я вам в прошлом видео рассказывал, что решил я, то есть, попробовать попарить, тем самым бросить сигареты обычные. Ребята, получилось. Вот месяц, уже сегодня у нас третье число. Нет, четвертое, извиняюсь. Вот ровно месяц сигареты, то есть, ни одну не выкурил. Курю только электронку. В принципе, да. Вот курю вот такую вот жидкость. Нашел на сайте. Сделаю обзорчик на Fruit Oil. Очень хороший сайт. Посоветую. Очень много выборов всяких вкусов. Крепостей. То есть объем сейчас. Акции там проходят всякое разное. Сделаю на днях буквально. Сейчас со временем туго. На днях буквально сделаю подробный обзор про Fruit Oil. Заказывал себе там очень много жидкостей, там, ну, на 1500 сразу заказал. То есть, жидкость отличнейшая. В принципе, как бы так, цена, качество соответствует, все нормально. Так что, ребята, покупайте, парите. Всем пока-пока, ставьте лайки, пишите комменты. Буду рад почитать, ответить. Ждите новых видео, буквально, повторюсь еще раз,
День-два будет несколько, то есть залито видосов. Все, всем пока, счастливо. Ставьте лайки.